Ни одного погибшего ребенка в ДТП к 2030 году. Именно эту цель ставит перед собой социальная компания «Маленький пассажир. Большая ответственность». Она стартовала 1 июня. Компания продлится в течение всего летнего периода до 1 сентября и будет проходить во всех муниципальных образованиях Подмосковья. К участию в компании мы привлечем максимальное количество общественности, студентов, медийной личности, блогеров, видных общественных, политических и спортивных деятелей. Отсутствие удерживающегося устройства, попросту детского кресла в салоне автомобиля, если в нем ребенок – главная причина получения травм вследствие ДТП. За истекший период 2019 года в регионе произошли 3 дорожные аварии, в которых погибли несовершеннолетние пассажиры. Еще одна причина – следственная связь между ребенком и автомобилем – оставление малыша в салоне машины без присмотра, особенно на жаре. Основная причина смерти детей до 15 лет в машине, если это не автоавария, это тепловой удар. Температура тела ребенка повышается в 3 раза быстрее, чем температура взрослого. Машина нагревается за 15 минут на солнце на 10 градусов. Ребенок может погибнуть при температуре внешней 42 градуса. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.